Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые ученики и учителя, а также их родители. Мы рады видеть вас на нашем канале Достоевский ТВ. Итак, в рамках проекта «Нескучный май» сегодня, 20 мая, в рубрике «Шквид квиз» прошла игра «Угадай мелодию» для учеников 1-4 классов. Ребята попробовали свои силы в разных направлениях и угадывали мелодии из любимых мультфильмов. По итогам игры определился самый внимательный слушатель школы Достоевского. Игру провели учителя начальных классов и старший вожатый. Мы надеемся, что в рубрике «Нескучный май» будет еще много интересного, и вы сможете присоединиться к нам. И хотелось бы рассказать о том, что ждет вас завтра, 21 мая. Итак, свое утро традиционно мы начинаем с утренней зарядки и далее танцуем в ритме танца. Во второй половине дня будет рубрика «10 минут с психологом». Далее рубрика «Окультуриваемся», и мы поговорим о великих русских художниках. Далее рубрика «Исторические личности». Я думаю, что всем будет интересно послушать вновь про Эйнштейна. Далее рубрика «Умелые ручки с дошкольником» и со школьником. Рубрика «Естество», рубрика «Есть инфа», рубрика «Мир иностранных языков», и это будет английский. Далее мы будем разбираться в головоломках в рубрике «Увлекательная математика». И далее «Великий русский». Вечером обязательно порисуем дома. Далее послушаем наших активистов школы и побеседуем с ними в рубрике «10 минут с лидером». Ну и подведем итоги дня здесь, на нашем канале Достоевский ТВ. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.